Из Кировской области стали чаще уезжать. К такому выводу пришли в Кировстате. Там появились данные о миграции за 11 месяцев прошлого года. Согласно цифрам, в регионе увеличился отток населения. Всего область покинули около 18 тысяч человек. Из них больше 16 тысяч отправились в другие регионы России. В страны СНГ уехало почти 1500 человек, а в другие зарубежные страны переехали свыше 200 человек. Были и те, кто решил наоборот переехать в наш регион. С января по ноябрь в Кировскую область прибыли почти 14 500 человек. Большинство из других регионов. Еще около 1000 человек из других стран.